Окончание строительства нового магаданского аэропорта колумчане и гости региона тоже ждут с нетерпением. На каком этапе работы сейчас мы увидим своими глазами. Общая площадь терминала 14 тысяч квадратных метров. Это 3 этажа, плюс 6 тысяч квадратов неэксплуатируемые подвальные помещения. По словам заместителя руководителя проекта Эльчина Сифатова, с начала прошлого года, а именно тогда начали возводить объект, выполнили 50% от запланированных работ. На данный момент у нас сейчас на площадке 350 человек трудятся, плюс еще 100 человек у нас приехали и ждут документы, чтобы выйти на работу. В пике у нас 450 человек планируется. Производится здесь работа на данный момент. Кладка на первом, на втором этаже, потому что у нас организован здесь временный тепловой контур и временное отопление. То есть вы уже почувствовали, здесь тепло. Также производятся трубопроводы, монтаж трубопроводов, пожаротушение, монтаж трубопроводов, теплоснабжение, монтаж трубопроводов, водоснабжение, кабельнесущие конструкции, штукатурные и шпаклевочные работы. Получается, производятся у нас работы на данный момент заливки, стяжки. Также у нас, и это получается и на первом, и на втором этаже. Также на улице у нас производится монтаж профилированного настила, монтаж металлоконструкции, монтаж фахверков металлоконструкции. Это получается под фасады. Фасады, производство фасадов. И планируется к концу месяца начать монтаж, получается, сэндвич-панели каркаса и монтаж кровли мягкой. То есть в плане вот таком. На третьем этаже у нас работа на данный момент не сильно производится, так как там открытый контур. Ждем, чтобы мы закрыли основной контур здания, чтобы продолжить на третьем этаже. Помимо этого завозится необходимый материал. Как вы проезжали, видели уже материала много на площадке. Помимо этого законтрактовано много материала, вплоть до технологии. В плане вот таком движемся. Ввести терминал в эксплуатацию обещают в декабре этого года. К тому времени завершат благоустройство и прилегающие территории, в том числе обустроят две парковки – краткосрочную и долгосрочную, вместимостью 250 машин. Уже сейчас эти работы выполнили на 75%. А теперь детально расскажем о том, что будет расположено на каждом из этажей. На первом, площадь которого 5000 квадратных метров, традиционно зона первичного досмотра, торговые точки, стойки регистрации и обработки багажа. Вдоль этой стены на первом этаже будут расположены 12 стоек регистрации, плюс одна для пассажиров с негабаритным багажом. А в этом зале площадью в 800 квадратных метров пассажиры будут получать багаж. Здесь будут расположены две ленты выдачи. И, конечно, эти условия не сравнить с теми, которые пассажиры вынуждены терпеть сейчас. Также здесь оборудуют выходы к автобусам, телескопические трапы разместят этажом выше. И, конечно, на каждом уровне уборные, в том числе и для пассажиров с ограничениями по здоровью. Для маломобильных есть лифт, ну, в который коляски закатываются со специализированными этими. Также два эскалатора предусмотрено. Один из приоритетов – обеспечение безопасности. Это и охрана периметра, и видеонаблюдение, которым будет оборудовано все здание, и контроль пассажиропотока. У каждого безопасника, я так скажу, который работает в аэропорту, у него есть свой, так сказать, планшет, телефон, так скажем. И вот если кто-то подозрительный проходит через дверь, то есть система сразу улавливает сигнал, что на этом человеке получается что-то есть. И оно сразу передает, фотографирует его и передает на телефон. Человек сразу может выяснить, с какой двери, да, зашел. То есть подозрительный, так сказать, человек. По словам Эльчина Сифатова, здание строят в соответствии с изначальным планом. Менять не будут никаких дизайнерских решений, вплоть до мелких деталей. Вообще изменений никаких нет. Что вы видите, то же самое здесь увидите. Абсолютно. То есть этот же тип потолка, этот же тип потолка. В принципе, колонны, облицовка, керамогранит, все такое же будет. Ровно вот один-один тип. Что видите на картинке, то и здесь появится. Появится и главная изюминка – знаменитая гитара Владимира Высоцкого, имя которого носит магаданский аэропорт. Она будет здоровая, там 1 к 15, могу сказать, от реальной гитары.
То есть она будет так именно гитара, на которой именно Высоцкий играл. То есть в таком стиле. Еще одной отличительной чертой станет золотой козырек здания. Он имеет форму волны и будет отражать свет, в очередной раз подтверждая, что Магадан – город солнечный. А мы переходим к описанию второго этажа. Его площадь около 3000 квадратных метров. Здесь разместят бизнес-зал, VIP-терминал, коридор безопасности и выходы к телетрапам. Также у нас будет губернаторская здесь. Это получается вот офис губернатора. И вот так он выглядит. Ровно будет повторять то же самое. Что видите на картинках, то и будет. В основном это больше административная зона, рассказывает наш гид. Большинство удобств для пассажиров будут этажом выше. В их числе кафе, комната матери и ребенка, игровая и спальни для детей всех возрастов. Третий этаж – это зона ожидания. Здесь будет остекление в пол. Пассажиры смогут наблюдать за тем, как взлетают и садятся самолеты в ожидании своего рейса. Олеся Хитогурова, Артем Булгару, Олег Дудник. Специально для Карибу.